Всем добрый день. Этот дневной обзор я начинаю прямо на самом берегу Черного моря. 24 июля. Ну, соответственно, 2021 года. Время обеденного обзорчика. Я на море. Для всех, кто волновался по поводу шторма, по поводу дождей, смотрите сами. Шторм успокоился, море теплое. Я, кстати, взял термометр, мы сейчас с вами замерим. Температура воздуха 29 градусов сейчас, согласно этого термометра. Народа на пляже полно. Очень даже много. Такое ощущение, что они вот все ждали, когда же можно будет купаться. И вот пришли. Водичка еще не очень чистая, я вам скажу. Да, кстати, кто хочет посмотреть, какая улица Колорадо сегодня, приходите на канал Лазаревского. И я там уже, там тоже будет ролик, как я шел на море, всю улицу Колорадо, ну не всю, вру. От 14 дома до моря мы прогуляемся. Эффект пребывания в море. Катер отправляет парашют сейчас. Или он прибыл, или нет, скорее всего прибыл. Да, я уже подметил в ролике для канала Лазаревского Я, что даже водоплавающие сегодня плавают, что бывает редко после шторма. Что, пойдемте замерять воду. Воздух 29, пойдемте замерять воду. Места для замера воды уже практически не хватает. Все занято. Вода мутная, грязная, вы сами понимаете, после шторма. Ну, теплая она или холодная, сейчас будем узнавать. Кинометр уже в воде. Канал перевод, наверное, зашел подальше. Люди брызгаются зачем-то. Смотрите, сколько людей. Термометр под водой. Ждем несколько минуточек. Ну, может быть, там минутку полторы даже смысла нету. Я так думаю, разница между температурой воздуха и водой вообще минимальная. Ну что думаете, доставать или нет? Или еще поплавать? 28, может быть, чуть-чуть меньше 28-27 с копейками, наверное. Чуть-чуть не хватает до 28. 28 почти, 27, так и 8 вот так вот это. Ох ты, как удачно сейчас брызнули. Надеюсь, в камеру не попали. Чуточку пострадала камера, брызгал. Пойдемте. Замеряли. Точно, говорю, 28 практически. Ну, 27,8, вот так вот. Так, ну тут барьер. Нужно пройти брызгал. Вот такие вот волны. Пойдемте, чуть-чуть пройдусь по берегу. Уже отвык по камням ходить-то. Что-то мне ролик этот похож на предыдущий, который я снимал для второго канала. Очень похож.
тоже фото. Я эту девушку уже не видел. Пойдемте посмотрим, что творится в зоне проката. И вообще, что творится на пляже. В зоне проката там уже ажиотаж. Все получают жетончики, талончики. Сейчас пойдут в море. Прибывает плюшка. А ценовую политику на водоплавающих, пожалуйста, смотрите в сообществе. Там есть целая страничка про вот всех вот эти аттракционы. Что почем. Играет музыка. Вовсю торгуются уже, продаются раки, трубочки, ну, там мороженое, все на свете. В общем, что могу сказать, лето вернулось. Людей на пляже много. Раки, слышите, раки. Единственное, что еще не очень радует, это сам цвет моря. Будем откровенными, что он далек от идеала. Ну, подождем пару деньков, наверное, и все. И все будет хорошо. Группа отправляется в море на плюшке. А мы отправляемся домой. Сейчас, кстати, парашют будет уже. Раскрывается купол. Не знаю, видно вам или нет. Но надо будет мне тоже прокатиться. И не знаю, может быть, на парашюте, а может быть, на банане. Как-нибудь давненько уже не катался, не показывал вам. И не летал. Посетила мысль мне про полететь на бананчике, но думаю, наверное, не стоит на бананчике. Над пляжем, ну, вы и так видите, что людей полно. Все хотят кататься. Смотрите. Прям уже ажиотаж. Музыка в катере. Вы тоже можете поплавать по рукам. Вот так вот. Да, ручки такие красивые. Тоже кататься хотят. Раки красные, прекрасные, во всей продаже. Ну камни уже горячие, ребят. Камни горячие, пойду-ка я побыстрее до деревянной этой штуковины. Не ходите босиком по пляжу. Верно, если наверное. Если вы в катере, который бананчик курсирует, то есть еще два места на бананчике. Вот так вот. Два места на бананчике, ребята. Одной, ох ты, нифига себе. Тут-то я не знаю, что за лань-то такая. Все, ребят, потопал я.